К событиям в нашей стране. Лжеадвоката задержали полицейские Тараза. За свои услуги мужчина попросил около 600 тысяч тенге. А получив все деньги, он скрылся. Житель из Каменогорска выращивал у себя в огороде марихуану. Об этих и других новостях подробно в хронике происшествий. 4 человека погибли в ДТП в Туркестанской области. Трагедия произошла на автодороге Шымкент-Бадам-Арыс. Там столкнулись 2 легковушки. В итоге на месте скончались 3 человека и еще один в больнице. Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняют. Лжеадвоката задержали в Таразе. На удочку мошенника попалась 41-летняя жительница областного центра. За адвокатские услуги мужчина попросил аванс на 500 тысяч тенге, а через несколько дней еще 100 тысяч. Получив всю сумму, лжеадвокат перестал выходить на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 36-летнего жителя Тараза. Подозреваемый признал свою вину. Проводится досудебное расследование. Марихуану выращивал у себя в огороде 44-летний житель Усть-Каменогорска. В ходе обыска оперативники изъяли картонную коробку, 4 полимерных и 2 газетных свертка с веществом растительного происхождения, а также 39 кустов конопли. Проведенная экспертиза показала, что это свыше 700 граммов высушенной марихуаны и больше 2 граммов гашиша. Начато досудебное расследование. Пьяного водителя задержали полицейские Кызылординской области. Автовладельца остановили за нарушение правил дорожного движения. Экспертиза показала среднюю степень алкогольного опьянения. Составлен протокол. Водитель водворен в изолятор временного содержания. Автомобиль на штрафстоянку.